Медицинские работники ежедневно помогают людям. Обязывает их это делать не только профессия, но и зов сердца. Один из таких примеров – заведующая эндокринологическим отделением Люберецкой областной больницы, а по совместительству и окружной эндокринолог Наталья Гапкала. О ее профессиональном выборе и рабочем пути в нашем следующем сюжете. Яночка, готовь инфузию, пятую палату, к пациенту я сейчас назначение все дам. Ее рабочий день уже долгие годы начинается стандартно. Планерка, сбор данных о состоянии пациентов, их осмотр и назначение дальнейшего лечения. Свою работу люблю за конечный результат. Мы видим, какой пациент к нам приходит с декомпенсацией, допустим, сахарного диабета. Почему? Потому что у нас больше пациентов с патологией углеводного обмена. И какой он при выписке. Кем стать, Наталья Гапкала знала еще школьницей. Определиться с профессией помогла мама, которая тоже была медицинским работником. Поэтому после школы Наталья поступает в медицинское училище, заканчивает его и остается там работать. При этом одновременно поступает еще и в институт ради мечты – стать врачом. Ну, тяжело, что делать. Учиться надо было, раз избрала профессию. Хотела стать врачом. В Люберецкую областную больницу она пришла на должность врача-эндокринолога сразу после окончания института. Заведующей стала в 2013 году. Ежегодно через ее отделение проходит около 1000 пациентов. Очень квалифицированный врач. Наблюдаю с ним 15 лет, собственно говоря, впервые попал к ней. И последующие годы также вела меня. Главное следить и вовремя посещать лечебные заведения. Врачи, медицинские сестры и младший медперсонал. Всего в эндокринологическом отделении 16 человек. Коллектив устоявшийся. Многие работают более 10 лет. С 83-го года с Натальей Николаевной мы работаем вместе. Начинали в терапевтическом отделении Люберецкой районной больницы, в ЦРБ Люберецкой районной больницы. Вспоминая возможности лечения в начале своей карьеры и сейчас, Наталья Гапкала радуется прорыву, который сделали в области эндокринологии за последние годы. В инсулинах большая разница. У нас сейчас много, раньше шли человеческие, там свиные инсулины, а сейчас у нас аналоги современные, быстрого действия, много сахароснижающих препаратов нового поколения, причем с хорошим положительным эффектом при назначении. В медицине Наталья Николаевна уже 40 лет. 27 из них врачебного стажа. Говоря о выборе профессии, она немногословна, но очень точна. Тяжело, конечно, но не пожалела. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.